Блеснули творчеством. Свой профессиональный праздник медицинские сестры клинической больницы РЖД «Медицина» города Мурома провели на сцене. Мисс-сестричку выбирала и наша съемочная группа. Труд медсестры сложен физически и морально. Только по-настоящему сильные духом, добрые, трудолюбивые и исполнительные люди остаются в этой профессии. Сегодня в нашей больнице каждый третий работник – это средняя медицинская сестра. Это армия тех людей, которые влюблены в свою профессию, любят больницу, любят железную дорогу и посвятили всю свою сознательную жизнь в работе в железнодорожной медицине. Самые очаровательные представительницы самой гуманной в мире профессии состязались на сцене в изящности слова и креативности мысли. Три медсестры со станции Муром, одна медсестра структурного подразделения Ковров и одна структурного подразделения Владимир. В этом году в конкурсе мы им предложили три тура. Первый, который мы берем, казусы рабочего дня. И второй, вот именно креативный костюм. Каждая медицинская сестра придумала себе костюм настоящий, будущее, прошлого. Радушная, можно сказать, семейная обстановка конкурса позволила иногородним участницам чувствовать себя довольно уверенно. В конкурсе принимаю участие впервые. То есть меня заинтересовало вообще то, что можно увидеть на этом конкурсе, посмотреть на город. А свою профессию просто обожаю, люблю людей, сопереживаю им. Чувство юмора, нестандартный подход к ситуации, огонек в глазах. Такая медицинская сестра способна лечить словом, вселять уверенность в скорейшем выздоровлении. Занимаюсь своим развитием в творчестве с детства, поэтому мое творчество здесь пригодилось. Когда работаешь с людьми, тем более в больнице, обязательно нужно иметь хорошее настроение. Мисс-сестричку выбрали по максимальному количеству набранных баллов. Татьяна Кузина и стала победительницей конкурса профессионального мастерства. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.